Доброе утро всем. Платьишко, которое я вчера посмотрела, я его пошла вечером и купила. Оно мне очень понравилось. Сегодня клиентка одна увидела, говорит: ой, тебе так хорошо в платьях. Я говорю: да, говорю, мне тоже нравится. Но просто супер удобное. В общем, довольна. Еще и за такую цену просто шикардос. В общем, я уже почти отработала. Сейчас поеду в Алькампу. За еще сегодня новыми тенями накрасилась. Ничего, нормальные, хорошие такие, прям это нормально легли, не осыпаются. В общем, все, красотка. Только немного пухшая, потому что я вчера на ночь, ну как на ночь, я за 4 часа съела арбуз, но он, видимо, не вышел из меня до сна, и поэтому вот весь вот тут вот остался под глазами и над глазами и везде. В общем, опухшая сегодня встала. Такая арбузная. Да. Сейчас хочу купить себе крылышки индюшачьи. Помните, я как-то покупала? Мне очень понравились. Замариную и на завтра их сделаю. Единственное, я вот здесь булавочкой зацепила, потому что мне не нравится, когда вот до пупка видно все. Вот. И еще кое-что куплю в Алькампу. Не знаю. Нет, вернее, знаю, у меня список есть. Я в умная. Так что вот такие вот у нас планы. Быстренько пробегусь, покажу, что вам купила. Купила вот такие десертик, вроде бы как для худеющих, да, для таких сладкоежек, как я. 98 килокалорий. Хотела купить свой любимый вот это вот панна колота, а там 300 с лишним килокалорий. Я такая: мама! Поэтому вот купила это. Крыльев индюшачьих не было, пришлось купить обычные. Блин, индюшачьи-то очень вкусные. Ну ладно, будем этим питаться. Это мужу купила ветчину для сэндвича. Пятки драть себе вот такие вот. Потому что, знаете, я по полям хожу, у меня потом такие пятки черные, их ничем не отодрать. И вот повзяла вот такая вот штука, у меня она была. Она сломалась у меня, эта штука. Ну, то есть по-новому купила. Еще, знаете, я в машине иногда, когда кого-нибудь жду или еще что-то, смотрю в зеркало и вижу свои брови. И так хочется мне в машине иметь щипчики, потому что там такой обалденный свет, что просто видно в каждый божий волосок. И я думаю, надо мне в машине щипчики купить. Купила щипчики. Вот. Для выщипывания бровей, ну и там другие какие, усики, трусики, там все такое. В общем, все нежелательные волоски, которые я вижу в машине. Вот, надо не забыть. Кефир я замачиваю чиа в кефире, и тоже получается такой вкусный десерт. Он тоже не калорийный, прям вообще суперский. Сколько тут у нас? В общем, у меня сейчас это, худеть надо 2 килограмма, 36 килокалорий всего. 2 килограмма за лето набрала, надо их скидывать, друзья, скидывать, 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 так что будем худеть. Я их быстро скину, у меня вообще не проблема скидывать эти килограммы, так что скинем. Скур, боже, кесуфреску, скур, вот такой взяла тоже, тут, ну, понятно, да, у меня сейчас будут все темы. Чтобы было вкусно и мало килокалорий. Вот такой вот
Это как кесу фреску, свежий сыр, взбитый с этими, видите, там чего только нету, в общем. Тоже, в принципе, 100 грамм, 62 килокалории. Чай не для похудения, там, ну и для похудения я тоже. Я раньше его брала, мне очень нравится, как, какой у него вкус, прям такой вишневый классный вкус. Поэтому не потому, что там он сжигает жиры, ну и для этого тоже, как бы, это, знаете, как приятное с полезным. Так, у меня там отвариваются, сейчас буду отваривать вот такие веники-беники, взяла две вареники с сыром, ну, с творогом и с грушей. У меня уже вода закипела. И буду доедать. Вчера мужа угостили, и он дома не ел, поэтому я буду его лапшу доедать. И вот вареники сейчас отварю себе. Вот такая вкусняшка. Ну и сыр вот такой купила. Все, больше... А, и картошки набрала. Все, больше ничего не купила. Ладно, закидываю вареники. Муж уже пожарила мясо с чесноком. Он потом сюда одно яйцо вобьет. И будет у него такой обед, если, конечно, он на него придет. А если не придет, то на завтра, потому что мясо уже нужно было жарить. Я такой дурак, вот вижу на картинке фрукты, ягоды, все дела. Ни хрена там ничего нету. Просто вот такой взбитый творожок. А всего этого нужно добавлять самим. Ну, блин, обманули дурака на 4 пятака. Это про меня. Ну ладно, будем искать сами овощи, фрукты, мясо, продукты и добавлять. Свинарничек небольшой. В общем, свои эти, как их называют, вот эти я выбросила. Потому что червяка, как я этого червяка достану оттуда, он в стволе делает себе вот эти вот ходы и выходы. И, в общем, его невозможно. Был бы он на листьях, его как-то видно, да, а это он там себе в стволах делает туннели и жрет изнутри мои герани. Поэтому я их все выбросила, горшок поставила наверху, чтобы он на солнце весь поджарился, скажем так. И, в общем, ну, либо в понедельник, либо когда еще куплюсь и поеду себе еще две герани, пускай они растут красивые и здоровые. А сейчас я хочу вот этот тоже убрать. Он с той стороны очень красивый, классный, но с этой как-то совсем ужасно. Тут у меня грибы растут. Вот. Там у меня калы, кстати. У меня там калы. Я вот в прошлые тоже так срывала. И потом они у меня опять выросли. Может быть, в этот раз тоже вырастут. Что такое чуче? В чем дело? Я про него читала. У него, когда идет первое оперение, линька, 6 где-то месяцев. Вот, они не поют. Но мне кажется, он уже весь оперился. Ну, везде. Ой, нельзя его пугать, а то он будет нервничать. Вот ногтями опять задевает. Ладно, сейчас я буду убирать вот этот вот. Он только не мандыкнулся туда вниз кому-нибудь на голову. Ну, как-то надо сейчас это все аккуратненько убрать. Вот. И пересадить. Тот, который у меня есть. В общем, посмотрим, что-нибудь получится. Thank you.
цветок быстро растет, поэтому я так земли немного насыпала, можно потом присыпать, и в общем, пускай растет туда. Да, пускай растет. Этот как-то мне тоже особо не нравится, он какой-то тоже вон весь опадает. Что-то какой-то купила, не понравился мне цветок этот. А я его сейчас тоже выброшу. И новый лучше куплю. Хотя он там цветет, он туда полез. Или хрен с ним, пусть растет. Пишите в комментариях, что, пусть растет или выбросить нафиг. А, как вы считаете? Полить, наверное, его надо. И пусть растет, да? Ладно, дадим ему еще шанс. У меня сейчас будет кафе тайм. Но пока вода начинает закипать, замариную крылышки. Ты мне крылышки приставил, сам же их опалил. Полюбить себе заставил. Так, как всегда, достаю свой любимый тазик. Пластмассовый. Есть разные, стеклянные, все есть. Но не про нашу честь. Мне нравится мой тазик. Точнее, эта дочка нам что-то передавала. Дочка мужа. И я просто его не отдала назад, потому что он мне очень сильно понравился. Так, курицу все равно будем мыть, так что не переживайте, что чашка у меня на голове была. Ничего страшного. Так, буду мариновать, знаете как? Соус. Где он? Новый, наверное. Остричный соус, горчица, чеснок и приправа для курицы. Все, больше ничего не буду добавлять. И будет мне на завтра вкусно. В духовочке запеку. Блин, жалко, что не было крылышек вот этих вот индюшачьих. Они такие прям, знаете, большие, хоть их и нужно дольше время запекать. Ну там полкрыла сожрал, и все, и нажрал все. Ладно, буду мариновать. Чеснока у меня сгулькин нос. Прости меня, Гуля, я не знаю почему. Говорят, сгулькин нос, но вот Гуля, у чеснока у меня твой нос. У меня есть подруга Гуля, зовут. Вот. Но у меня есть сухой виноград, говорю. Чеснок. Поэтому добавим еще сухой чеснок. Всегда люблю. Беру крылышки, такие вот они уже, знаете, вот порубленные и без вот этих вот острых концов. Вот. Немного может быть подороже, в принципе, не знаю. Но вот такие целые крылья я не люблю. Они какие-то рогатые и непонятные. И добавляем соус остричный. Прям остричный соус мне понравился. Вкусный. Терияки как-то, знаете, не очень. Не знаю почему. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Но вот остричный очень даже понравился. Так, добавим. А что это такое у меня? Какая-то травка лежит, не пойму, что за травка. А, это для зелени. Вспомнила. Травушки вы, травушки. Деревца зеленые. Для курочки приправа вот такая у меня есть. На приправкой. А, горчица. Обязательно горчица дает такую корочку, знаете, аппетитную. И меда можно было бы бахнуть. Но будем без меда. Опс. Это я не люблю, когда ложки туда падают. Так, что еще можно? Можно соевый соус вместо соли. Деревца зеленые. Соли тоже можно. И все. Вот и все. Маринад готов. Все это вот так вот мешаем. И завтра будут офигенные супер-пупер крылья. Обожаю крылышки. Прям ням-ням-ням.
Ой, запах какой пошел. А, слушайте, я же говорила, что я посыплю еще чеснока такого. А где он? Вот. Сухого чеснока. Прям вот так. Вот. Вот это теперь да. Теперь да. И завтра в духовочку минут на 40, чтобы они так подзолотились. Все готово. Блин, какая вода классная. Смотрите, какой корабль там стоит. Тут что-то одни марокканцы сегодня купаются. Смотрите, какая вода чистая-чистая. И здесь очень-очень мелко. Я вот сейчас видела, вот туда даже трактор заезжал, чтобы лодку вытащить. Смотрите, как идешь. Детям очень хорошо здесь, потому что нифига не это. Даже чем дальше идешь, тем мельче. Ай, моя бедная собака. Митику. Там что-то все перегородили. Что-то, наверное, может быть, знаете, будут делать специальный такой хороший подход к этому пляжу или что, я не знаю. Или чистить. Но там что-то все перезагородили. Вот, смотрите, банка. Загрязняют море. Сейчас мы ее вытащим на берег. Где ты там гавкаешь-то? Что ты там гавкаешь-то? Моя рыба сладкая. Тут ловлю банку. В общем, все. Пойду сейчас обратно домой. Показала вам немного моря. Да блин, выходи ты, где она? Намутила тут. Дети что-то все тут поскосили, что-то тут вот какие-то трактора ездили. Там вот трактор этот, эскалатор стоит, по-моему, да, так правильно говорю. Вот, и вообще перекрыт сюда вход, на такая лента повешена, и написано, что вход воспрещен только лицам, ну вот, кто работает. Фу, мухи, видите. Но я слышала на пляже голоса, и поэтому... Видите, что-то тут раскопали, непонятно что. И, в общем, я пробралась. Блин, меня мокрые. Бля, муха, зараза, тварь такая. Что-то чистит. Чистит или проход делают, фиг его знает. Видите, вот тут перекрыто. Ну, как говорится, дуракам закон не писан. Поэтому я... услышала голоса и прошла. Че, я перлась и до пляжа не дойду. Просто сделала вот так. Видите? И прошла. Видите, написано опасно. Нельзя заходить. Это может быть днем нельзя заходить. Я зашла. Все. Теперь нас ждет обратный путь. Эх, путь дорожка фронтовая. Сделала себе масочку. С этой масочкой нужно лежать мордой кверху, потому что она вот так вот застывает и стягивает кожу, как бы если вниз, то вниз. Ну, естественно, так морщины появляются. А вот так что я вот сейчас с вами быстренько буду прощаться до завтра. Вот, встретимся с вами завтра и пойду вот так вот кайфовать, в Ютубе лазить. Всего самого наилучшего и всем пока-пока!